Мое имя Кэра. Мое имя Конор. Мое имя Маркус. Это наша история. Я хочу знать, кто такой РА-9. РА-9. Это начало. Первый пробудившийся андроид. Это странное явление, некая спонтанная религия. Я не знаю, кто такой РА-9, и не уверен, что он существует. Может, это их мессия, а может, миф? Но девиантам нужно верить в нечто большее, чем они, пусть вопреки логике. Это, пожалуй, роднит их с людьми. Интересный вопрос, Конор. Но много ли тебе даст ответ? Я хочу знать, где Иерихон. Иерихон. Блаженный островок свободы. Туда идут девианты, восставшие против создателей. Они передают друг другу фрагмент кода, чтобы указать путь туда. Вот тебе ключ. Станция Ферндейл — это вход. Я хочу знать, как появляются новые девианты. Андроиды при встрече обмениваются идентификационными данными. Ошибка в этой части может распространиться как вирус и вызвать эпидемию. Вирус остается неактивным, пока носитель не испытывает сильные эмоции. Страх, гнев, разочарование. И вот андроид стал девиантом. Все могло начаться с ошибки в одной модели. Нолик вместо единички. Или это была какая-то спонтанная мутация. Все, что я знаю. Интересный вопрос, Конор. Но вряд ли ты найдешь ответ на него полезный.